Дорогие наши зрители, перед началом просмотра видео подпишитесь на наш канал, пожалуйста. Спасибо вам за ваши просмотры. Сегодня рано утром нам стало известно о том, что через несколько дней всем известный российский певец Олег Газманов должен был улететь в Донецк. Там он должен был дать несколько своих концертов. Но сегодня рано утром с нами на связь вышел его концертный директор и сообщил о том, что еще ночью Олега Газманова из дому забрала бригада скорой помощи. Оказывается, певцу ночью стало плохо. У него началась тошнота и сильно разболелась голова. Он принял какое-то лекарство, его состояние ухудшилось, супруга вызвала скорую помощь. Медики незамедлительно забрали Олега Газманова в больницу, сейчас он находится в 28-й больнице в Москве под пристальным присмотром врачей. Что обнаружили у него медики, пока не сообщается, скорее всего, что эту информацию будут держать закрытой от общественных СМИ. Надеемся, друзья, на то, что наши источники достанут интересную информацию, и мы узнаем, что же на самом деле произошло с Олегом Газмановым. До скорой встречи в новом выпуске, друзья, на нашем канале.